Памятные мероприятия 9 мая прошли в других районах областного центра. Одно из них состоялось в Заволжском районе на Волынском кладбище. Там венки и цветы к братской могиле бойцов Красной армии возложили представители органов власти и общественности. Память павших почтили глава местной администрации Богдан Лецин, депутат городской думы Дмитрий Нечаев, председатель местного совета ветеранов Николай Никодимов. При этом в ходе церемонии соблюдались все меры предосторожности. Напомним, что в воинском захоронении на Волынском кладбище покоятся 1407 солдат и офицеров. Имена 629 до сих пор не установлены.